В Барановском сельском округе по ручью Безымянный сошел сель. Сейчас он расчищен. Ночью был зафиксирован резкий подъем уровня воды в 4 реках. Однако из берегов они не вышли. Грязь и камни нанесло во дворы по улице Речной. Местные жители сначала спасали имущество сами, потом подоспела помощь. Пожарные приехали, приехали, молодцы ребята. Начали качать. Нормально. МЧС тоже приехала, молодцы. Ущерб сегодня оценила городская комиссия. В Барановке состоялся подворовой обход. На территории где-то 5 домовладений зашла вода. Вот. В данный момент практически все последствия ликвидированы. Здесь осталось около 50 метров заиленной территории вычистить. Работают 3 погрузчика, 4 самосвала, сотрудники администрации, сотрудники муниципальных предприятий. Информации о пострадавших от непогоды в Сочи нет. Ветер повалил 9 деревьев, но все они оперативно ликвидированы. Движение транспорта не останавливалось. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение и режим повышенной готовности. Тем не менее, уже утром город пришел в себя после непогоды. Несмотря на непривычно дождливый и холодный июль, курортный сезон продолжается.